Уважаемые коллеги, разрешите объявить наше заседание открытым. Так, прошу, просьба не разговаривать только, ладно? Давайте начнем работать. Значит, у нас есть кворум, 19 человек, поэтому мы имеем право начать это заседание. У нас первый вопрос на повестке дня – это защита диссертации на тему «Политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве» защищается Антон Владимирович Степаненко. Напоминаю, научный руководитель Задохин Александр Григорьевич, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Дипломатической академии и официальные оппоненты Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ и Плутенко Юрий Витальевич, кандидат политических наук, заместитель начальника отдела внешних связей и исследований МИЦУИ Москва, ведущая организация Российский университет дружбы народов. Слово по личному делу соискателя решить предоставить ученому секретарю, кандидату исторических наук Елене Колосовой. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, представлено дело Степаненко Антона Владимировича, 1988 года рождения, родился в городе Москва, гражданин Российской Федерации. В 2010 году окончил Институт национальной и мировой экономики Государственного университета управления, специальность «Национальная экономика». Окончил аспирантуру Дипломатической академии МИД России, в настоящее время является атташе департамента государственного протокола МИД России. Владеет английским и немецкими языками. Имеется документ о сдаче кандидатских экзаменов. Представлен отзыв ведущей организации, два отзыва официальных оппонентов и один отзыв на автореферат диссертации. Также в деле имеются другие документы, которые позволяют приступить к защите данной работы. Есть ли какие-то вопросы по личному делу соискателя? Если вопросов нет, то решите пригласить соискателя к трибуне и предоставить ему слово. Пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые оппоненты и участники дискуссии, на ваше рассмотрение предлагается диссертационное исследование по теме «Политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве». Актуальность данной темы обусловлена тем, что сложная геополитическая ситуация на западных рубежах России, в ее отношениях с США, в частности, и рядом западноевропейских государств, а также преодоление последствий экономического кризиса, все более настоятельно актуализирует задачу консолидации усилий государств СНГ, ориентированных на расширение сотрудничества с Россией. При этом для нашей страны особенно важно обеспечить межгосударственное взаимодействие, наполнив его конструктивными политическими и социально-экономическими формами и механизмами сотрудничества. Период санкционного давления западных партнеров на Российскую Федерацию с целью принуждения к изменению внешнеполитического курса, к ослаблению усилий России по обеспечению безопасности в непосредственной близости от своих границ является очень важным периодом. В условиях жестких санкций проходит проверка взаимной лояльности стран-партнеров России по СНГ. В научном плане тема не менее актуальна, поскольку также назрела необходимость осмысления и обобщения итогов развития независимых государств. За два последних десятилетия СНГ неоднократно переживала периоды как консолидации, так и ослабления связи. В моем диссертационном исследовании рассматриваются главным образом процессы на евразийской части постсоветского пространства, где расположены страны, являющиеся членами СНГ. Это важно не только с точки зрения выстраивания эффективной региональной внешнеполитической стратегии Российской Федерации, но и с позиции укрепления международной стабильности и безопасности, расширения зоны взаимного доверия и позитивного взаимодействия в интересах всех участников интеграционного процесса. События последних лет показывают, что нередко очевидные экономические выгоды могут быть принесены в жертву политической конъюнктуре или задачи непродуманной геополитической стратегии. Таким образом, актуальность моего исследования определяется в первую очередь спецификой современных интеграционных процессов в Содружестве независимых государств на евразийском пространстве. Интеграционный процесс требует обеспечения политическими и социально-экономическими формами и механизмами сотрудничества межгосударственного взаимодействия посредством поэтапного сближения наших стран в строительстве политико-экономического, международного
регионального объединения интеграционного типа с едиными взаимовыгодными экономико-финансовыми механизмами и выработкой согласованной внешнеполитической стратегии. Объектом моего исследования является политическая составляющая международных отношений на евразийском региональном пространстве. Предметом исследования выбрана внешняя политика государств-членов СНГ, включая Россию, в контексте их участия в региональных интеграционных процессах. Диссертация была написана в течение 3 лет обучения в аспирантуре. События в евразийском регионе и международная ситуация за этот период характеризовались крайней изменчивостью, поэтому пришлось неоднократно корректировать текст. Однако научная гипотеза, положенная в основу работы, всякий раз только подтверждалась. С целью данной работы неизменно оставалось выявление влияния роли политического фактора на процесс экономической интеграции стран СНГ и на выбор ими геоэкономической стратегии на современном этапе. Для достижения поставленной научной цели были решены следующие научные задачи. Дана оценка геополитических направлений процессов интеграции евразийских государств в современных условиях. Дана характеристика политической и социально-экономической мотивации евразийских государств в создании и деятельности СНГ. Выявлены особенности каждого из этапов развития СНГ и политического курса отдельных стран внутри Содружества. Определены источники интеграционных процессов на постсоветском пространстве и факторы, замедляющие эти процессы. Проведено исследование места и роли России в евразийских интеграционных процессах последних лет. Изучены политические аспекты образования Евразийского экономического союза и перспективы его развития. Проанализирована роль двустороннего формата в отношениях с государствами, не входящими в СНГ, и его воздействие на общий климат внутрисоюзных отношений. В диссертации и автореферате дана подробная характеристика изучения мною документов и других источников, а также изложена авторская оценка степени изученности темы. Поэтому позволю себе подробно не останавливаться на этих вопросах в этом выступлении. Научная новизна представленного политического исследования определяется, на мой взгляд, тем, что было комплексно и системно с учетом накопленного современной политической наукой, в том числе регионалистикой, рассмотрена проблема развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. На примере постсоветского пространства было доказано, что реальная суть первичной реинтеграции в СНГ состояла в соединении политического инструментария и экономико-хозяйственного механизма взаимодействия стран с целью создания конкурентоспособного национального хозяйства, включенного в общерегиональный рынок. Кроме того, были выявлены группы политических и экономических интересов, ориентированных на ту или иную форму геоэкономической и геополитической интеграции. Наконец, все рассмотренные в диссертации аспекты экономического сотрудничества были проанализированы с позиции их политической целесообразности для Содружества независимых государств в целом. Проведенный в исследовании анализ позволил мне сделать ряд выводов, которые подробно изложены в заключительной части работы. Наиболее важные из них, на мой взгляд, заключаются в следующем. Во-первых, поскольку евразийский регион является эволюционно сформировавшейся самодостаточной целостностью, возникновение СНГ можно рассматривать как часть объективного процесса самоорганизации евразийской целостности и восстановления хозяйственных коммуникаций в условиях политической дезинтеграции. СНГ в процессе эволюции не утратила изначального объединительного посыла, формировалась и продолжает существовать как международная региональная организация интеграционного типа, основанная на принципах и нормах международного права, как площадка для взаимных встреч руководства стран СНГ для выяснения и обсуждения проблемных вопросов общего и двустороннего характера. Во-вторых, в диссертации подтвержден вывод об особой роли России, не претендующей на руководящую роль в Содружестве, но являющейся главным инициатором расширения многостороннего сотрудничества. Во имя сохранения потенциала интеграции Россия обеспечила возможность государствам-членам на протяжении многих лет пользоваться преимуществами общего рынка практически без каких-либо существенных обязательств политического и экономического характера. Присутствие России как системообразующего кластера на этом региональном пространстве и ее действия по экономической реинтеграции являются необходимым противовесом недружелюбной экспансии внешних инородных акторов и условием сохранения евразийской региональной идентичности.
Сохранение Содружества независимых государств, поддержание преференциальных режимов межгосударственной торговли в качестве зоны свободной торговли стран СНГ и многостороннем формате взаимодействия остаются приоритетными направлениями внешней политики России. В-третьих, при всех противоречиях между государствами СНГ и первоначальной невысокой эффективности данного международного образования, его институты сохранялись и способствовали поддержанию интеграционных процессов путем устранения бюрократических барьеров при решении возникавших на пути взаимных товарообменов и взаимодействия национальных производств и хозяйств конкретных проблем. Соответственно, сохранение СНГ с политической точки зрения желательно для всех его участников. В-четвертых, в деятельности СНГ изначально присутствовал геополитический компонент. В ответ на любое снижение политической и социально-экономической активности Российская Федерация, ослабление ее внимания к евразийскому направлению внешней политики, в регионе усиливались позиции других международных акторов, прежде всего стран Запада. Это, в свою очередь, способствовало негативному влиянию внешних факторов на развитие интеграционных процессов стран СНГ и замедляло сближение. В-пятых, исходя из необходимости поиска возможных векторов интеграционного взаимодействия стран СНГ, его евразийские сторонники обращаются к реализации разноскоростной модели интеграции. Осуществляется она в рамках различных объединений и институтов. На основе решений политического руководства стран-участниц формируются союзы и группы, в состав которых на многосторонней или двусторонней основе входят не все члены Содружества, а лишь те государства, которые в тот или иной период нуждаются в объединении усилий для решения сходных политических и социально-экономических задач. Политическая целесообразность совместных действий оказывается при этом очень важной. В-шестых, в современных условиях потенциал интеграционного взаимодействия стран СНГ и наиболее перспективное направление развития Содружества определяется формированием Евразийского экономического союза, который с точки зрения развития международной интеграции является ее очередным этапом, успешно объединяющим политические и экономические векторы. И, наконец, вывод о том, что взаимовлияние политики и экономики стимулирует, да и вообще делает возможным интеграционное сотрудничество стран СНГ, вычленяя на разных этапах именно те страны, в которых сложилось взаимопонимание, прежде всего на высшем политическом уровне. Дальнейшее теоретическое осмысление процессов развития интеграции на постсоветском пространстве требует особого внимания именно к политическим аспектам сотрудничества, обеспеченного функционированием соответствующих институтов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть диссертанту? Пожалуйста, Юрий Павлович. Уважаемый Антон Владимирович, спасибо большое за доклад. У меня вот к вам все-таки такой вопрос. Как вы считаете, можно ли считать все-таки СНГ успешным интеграционным проектом, учитывая множество разногласий между его участниками в экономической и политической сферах? Спасибо за вопрос. Работая над диссертацией, я имел возможность неоднократно убедиться в том, что создание СНГ стало способом удержать политическую ситуацию в бывших советских республиках от затяжных гражданских войн, подобных тем, которые были, например, на Балканах. Полностью избежать насилия и противостояния не удалось, однако Содружество независимых государств, как такой, можно сказать, полноценный институт, позволил сдержать политические недопонимания между странами-участницами. С этой точки зрения могу выразить свое мнение о том, что я считаю это вполне успешным интеграционным проектом. Спасибо. Еще есть вопросы? Антон Дмитриевич, пожалуйста. Прямой линии Владимир Владимирович Путин 16 апреля неоднократно касался темы о евразийской интеграции и при этом подчеркивал, что у России нет каких-либо имперских амбиций в этом деле. Вот почему же все-таки тогда, на ваш взгляд,
в западных СМИ пытаются и довольно часто подвергнуть сомнению эти слова Путина в его искренности данных утверждений. Как вы считаете? Спасибо за вопрос. Работая над темой своей диссертации, я неоднократно сталкивался с мнениями западных СМИ и авторитетных западных политологов с тем, что действительно вот эти недопонимания, они существуют. Но, на мой взгляд, это проявление, некое проявление геополитического противостояния. В то же время руководство Российской Федерации всегда обозначало внешние интересы нашей страны, внешнеполитические интересы нашей страны на постсоветском пространстве с точки зрения обеспечения безопасности и взаимного развития торгово-экономических связей. Эта задача была сформирована и является по сей день приоритетной в концепции внешней политики Российской Федерации, начиная с 2000 года. Спасибо. Пожалуйста, Георгий Алексеевич. Уважаемый Антон Владимирович, спасибо за вашу вступительную речь, емко, сжато и по существу. У меня вопрос вот такого плана. У всех у нас сейчас перед нами события украинские. Вот ваше видение, не только как соискателя, но и как человека, связанного с внешней политикой, значит, какие перспективы участия Украины в реализации уже принятых и подписанных соглашений в рамках СНГ и на перспективу, как они могут развиваться в своем участии во всех остальных процессах? Спасибо. Спасибо за вопрос. То, что сегодня происходит на Украине, действительно тот хаос, который там на сегодняшний день существует, он, конечно, очень сильно настораживает. Украина, пытаясь, как мы видим, войти в Европейский Союз, на сегодняшний день не питает по этому поводу никаких иллюзий, у нее это пока что сделать не получается. Выйти из содружества независимых государств, конечно же, вот, уже сформированного института, и переключиться на Европу, да, конечно же, можно, вот, но чего это будет ей стоить? И не надо забывать об опыте наших отношений с Грузией, в частности, то, что там произошло в 2008 году, как один из примеров возможного развития отношений с Украиной. Но, учитывая наше соседство, территориальное в первую очередь, я думаю, что однажды Украина, конечно же, вернется в состав СНГ и возобновит отношения с Российской Федерацией. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет, да, вопросов больше? Тогда я попрошу Ирину Валерьевну зачитать отзыв ведущей организации. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, представлен отзыв ведущей организации Российского университета дружбы народов, который выступил в качестве ведущей организации. Актуальность проблемы диссертационного исследования, отмечается в отзыве, обусловлена необходимостью всестороннего изучения феномена интеграции на постсоветском пространстве на фоне обострения обстановки на международной арене и превращения региона СНГ в зону столкновения интересов России и Запада. Динамичные общественно-политические процессы на постсоветском пространстве побуждают обратиться к его истории и особенностям развития для того, чтобы определить возможные варианты будущего данного региона. Это представляется важным и необходимым в силу того, что ситуация на пространстве СНГ напрямую затрагивает национальные интересы нашей страны, как государства, имеющие давние исторические, экономические, политические, военные, духовные связи с этим регионом. Углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве является одним из ключевых приоритетов внешней политики России.
В связи с этим представляется актуальным и своевременным, как с научной, так и с практической точки зрения, обратиться к анализу интеграционных процессов СНГ с целью осмыслить их логику, понять причину параллельности центростремительных и центробежных тенденций. В своем диссертационном исследовании автор впервые комплексно и системно, с опорой на современное научное знание, рассмотрел проблему развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Также диссертантам на примере постсоветского пространства было показано, что реальная суть первичной реинтеграции в СНГ состояла в соединении политического инструментария и экономико-хозяйственного механизма взаимодействия стран с целью создания конкурентоспособного национального хозяйства и общерегионального рынка. Кроме того, исследователь выявил группу политических и экономических интересов, ориентированных на ту или иную форму геоэкономической, геополитической интеграции. Наконец, все рассмотренные в диссертации аспекты экономического сотрудничества были проанализированы автором с позиции их политической целесообразности, как для отдельных стран, так и для Содружества в целом. Диссертация Степаненко подготовлена на обширной документально-фактологической базе с привлечением широкого круга репрезентативных источников, что во многом обуславливает достоверность научных результатов, полученных в ходе исследования. Проработка столь обширного материала свидетельствует о высокой профессиональной подготовке диссертанта. Структура работы достаточно сбалансирована и логична, соответствует цели и задачам. По всем рассматриваемым вопросам даны обоснованные авторские выводы. Исследование является информативным и динамичным. Результаты, полученные соискателем, имеют научное и практическое значение и могут быть использованы для дальнейшего теоретического осмысления процессов развития интеграции на постсоветском пространстве и функционирования соответствующих институтов. Проанализированные в работе источники, апробированные исследовательские гипотезы и методы могут стать основой для проведения исследований по проблематике интеграционных процессов. Материалы диссертации могут быть учтены и использованы в практической деятельности органами государственной власти и управления России, занимающимися вопросами разработки внешнеполитической стратегии нашей страны. На основе полученных результатов исследований могут быть выработаны конкретные рекомендации по совершенствованию внешнеполитического курса России, могут оказаться полезными при подготовке лекционных курсов, проведении семинарских и практических занятий в учебных заведениях соответствующего профиля. Основные научные результаты, полученные автором. Первое. Показано, что СНГ формировалась как международная региональная организация интеграционного типа, основанная на принципах и нормах международного права, чьей задачей являлось совместное использование и развитие конкурентных преимуществ государств-содружества в целях обеспечения устойчивого политического и социально-экономического развития. Второе. Выявлено, что благодаря России постсоветские страны получили возможность на протяжении многих лет пользоваться преимуществами общего рынка практически без каких-либо существенных обязательств политического и экономического характера. Значимым фактором в обеспечении межгосударственного взаимодействия на постсоветском пространстве является интеграционное образование как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Третье. Установлено, что политическую и экономико-правовую базу развития интеграции стран-содружества в целях устойчивого и динамического развития составляют такие факторы, как политическая, социально-экономическая и культурно-гуманитарная близость народов государств региона СНГ. Четвертое. Доказано, что в ответ на снижение политической и социально-экономической активности России на постсоветском пространстве усиливались позиции Запада, что в свою очередь способствовало негативному влиянию внешних факторов на развитие интеграционных процессов стран СНГ. Пятое. Показано, что исходя из необходимости поиска возможных векторов интеграционного взаимодействия и реализуя разноскоростную модель интеграции стран СНГ, появились субрегиональные группы, в состав которых на многосторонней и двусторонней основе входили не все страны СНГ, а лишь те государства, основывающиеся на политическом и социально-экономическом потенциале своих стран, объединяли в тот или иной период усилия в целях повышения эффективности и результативности внешнеэкономического взаимодействия на основе решений политического руководства стран субрегиональных образований. Шестое. Обосновано, что в современных условиях потенциал интеграционного взаимодействия стран СНГ определяется формированием Евразийского экономического союза. Интеграционный потенциал стран Содружества формирования ЕАЭС основан на таких элементах, как природоресурсная обеспеченность, научно-образовательная и гуманитарный потенциал всех участников. С точки зрения теории международной интеграции, Евразийский экономический союз является очередным этапом постепенного развития политической и экономической интеграции. Апробация результатов диссертационного исследования, основные выводы работы обсуждены, одобрены в Центре исследований стран постсоветского пространства Дипломатической академии МИД. Результаты работы отразились в научных публикациях автора,
При этом положительно оценивая диссертацию как самостоятельный и законченный труд, есть ряд аспектов, на которые хотелось бы обратить внимание ее автора. Было бы целесообразно шире привлечь научную литературу на иностранных языках. В ряде случаев, когда приводится статистическая информация, не даются ссылки на источники используемых данных, приводятся страницы. Дискуссионным является авторская трактовка СНГ, ЕАЭС, ТС и других как субрегиональных структур интеграционного типа. Представляется целесообразным упорядочить использование термина «интеграционный процесс» и «интеграционные процессы», поскольку в разных частях работы автор применяет и одну, и другую формулировку. И целесообразно было бы в рамках отдельного параграфа или даже целой главы рассмотреть влияние внешнего фактора на развитие интеграционных процессов СНГ. Отмеченные замечания, впрочем, имеют рекомендательный характер. Пожелания скорее определяют перспективы дальнейшей научной работы соискателей, не снижают значение настоящего исследования и его высокой оценки. Автореферат и опубликованные работы автора достаточно полно отражают содержание диссертации. Диссертация Степаненко Антона Владимировича, на наш взгляд, представляет собой квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и практическое значение. Диссертация отвечает требованиям пункта 9 положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Степаненко Антон Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 23004 «Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития». Отзыв подготовлен кандидатом исторических наук, доцентом, заместителем заведующего кафедры теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народа Курылевым Константином Петровичем. Отзыв обсужден, одобрен на заседании кафедры «Теория и история международных отношений» факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов 3 апреля 2015 года. Антон Владимирович, ответьте, да, на замечание? Да. Прежде всего, следует сказать, что позитивные оценки, изложенные в отзыве ведущей организации, для меня очень важны. Хочу поблагодарить уважаемого заведующего кафедры Дегтярева Дениса Андреевича и декана факультета гуманитарных и социальных наук РДН Цвыка Владимира Анатольевича, подготовивших отзыв за благожелательное отношение и интересные замечания. Что касается сути замечаний, то должен пояснить свои позиции. Во-первых, возникновение вопроса о соотношении терминов «интеграционный процесс» и «интеграционные процессы» связан, на мой взгляд, с необходимостью более четко разъяснить суть употребления мною упомянутых терминов в различных контекстах. Как известно, современные международные отношения отличаются сочетанием интеграции, вплоть до глобализации мирового хозяйства и тенденции к дезинтеграции. Интеграция является неотъемлемым элементом мировой политики. В то же время интеграционные процессы в различных регионах имеют несомненную специфику. Употребляя сочетание двух терминов, я стремился подчеркнуть, что единый интеграционный процесс в СНГ можно представить как совокупность нескольких составляющих. Можно выделить помимо экономических процессов социальные, демографические, этноконфессиональные. В диссертации я стремился сделать акцент на изучении политических процессов, сопутствующих экономическому сотрудничеству. Возможно, уважаемой ведущей организации не возник бы этот вопрос, если бы я более подробно сформулировал свою позицию в введении диссертации. Что касается второго замечания по поводу целесообразности написания отдельной главы, раскрывающей влияние внешнего фактора на развитие интеграционных процессов в СНГ, считаю необходимым пояснить следующее. В отдельных параграфах моей работы внешнее воздействие на страны СНГ со стороны восточных и западных партнеров мною рассмотрено. Подробно изучить механизмы этого сложного взаимодействия, с моей точки зрения, очень важно. Однако эта проблематика настолько обширна, что должна стать предметом рассмотрения в отдельной научной работе. Ряд ее аспектов освещен в моих статьях. В своей дальнейшей научной работе я планирую эту проблематику развивать. Третье замечание ведущей организации о дискуссионности определений СНГ как субрегионального интеграционного объединения вполне справедливо. Однако, возможно, в тексте диссертации я недостаточно четко обозначил характеристику Содружества, которая является классической региональной евразийской структурой.
В то же время Евразийский экономический союз и таможенный союз, на мой взгляд, безусловно являются субрегиональными структурами. Они объединяют лишь отдельные страны из числа членов Содружества. Касательно остальных замечаний, высказанных в отзыве по поводу оформления данных статистики и иных технических неточностей при оформлении моей работы, принимаю их к сведению и учту в моей дальнейшей научной работе. Хотелось бы еще раз поблагодарить представителей уважаемой ведущей организации за внимательное прочтение моей диссертационной работы и положительный отзыв. Спасибо. Спасибо. Антон Ильич, вы присядьте, это мы в прошлый раз забыли, предложили присесть. Вот сюда. У нас есть еще письменный отзыв на автореферат. Отзыв составлен первым заместителем генерального директора информационно-телеграфного агентства России «Тартас» Гусманом Михаилом Соломоновичем. Отзыв положительный. Если позволите, зачитывать не буду. Не будем, да? Тогда переходим к обсуждению диссертации. Сейчас разрешите предоставить слово официальному оппоненту. Напоминаю еще раз доктору политических наук, профессору кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрею Викторовичу Мануэлову. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги, дорогие друзья. В первую очередь мне хотелось бы отметить, что мне очень понравилась работа, представленная на оппонирование. Работа выполнена на актуальную тему, актуальность которой сегодня совершенно не нужно объяснять и доказывать. Вопросы, связанные с евразийской интеграцией, с интеграционными процессами на постсоветском пространстве, с определением роли России в этих процессах, сегодня находятся на пике интереса, в фокусе внимания по одной простой причине. Интеграционные процессы для России всегда были нечто большим, чем просто одна из составляющих ее лидерства на постсоветских пространствах. Интеграционные процессы и те интеграционные модели, которые Россия предлагала, они всегда были частью той миссии, которую Россия как великая держава несла в окружающий мир. Потому что именно вокруг России эти процессы происходили, именно в России многие страны, которые шли на сближение с Россией и идут сегодня на сближение, видят опору, защиту, связывают с ней надежды на дальнейшее развитие, надежды на повышение своего статуса на международной арене. Эти надежды абсолютно не пустые, они имеют все основания. Для России же сегодня в непростых условиях, связанных и с сложным протеканием кризиса в Украине, и с санкциями, которыми Запад пытается Россию изолировать от участия в мировой политике, в том числе и в интеграционных процессах, и с той конкуренцией, которую в плане интеграции России составляет и Европейский Союз, который имеет на постсоветское пространство свои виды, и Китай, который продвигает свои интеграционные процессы. Для России сохранить лидерство в этих процессах чрезвычайно важно, в первую очередь потому, что успешно противостоять внешнему давлению со стороны того же консолидированного Запада Россия в одиночку вряд ли сможет, и противостоять она может только консолидировав вокруг себя и другие страны, которые разделяют российские ценности, в том числе и во внешней политике, и страны, которые обеспокоены тем, что происходит сегодня в мире. Поэтому интеграционные процессы с началом кризиса в Украине, они не только не замедлились, даже несмотря на то, что Украина выпала на время из этого процесса, они ускорились. И та высокая динамика, которая сегодня происходит, она требует, конечно, тщательного, внимательного изучения, в первую очередь, научными методами. Мне очень понравилось то, что диссертант отнесся к этой задаче. Он рассмотрел ее многоаспектно. Он попытался не просто дать характеристику тем процессам и нынешнему состоянию, которые протекают. Он попытался выделить определенные модели
в рамках тех интеграционных проектов, которые сегодня реализуются, и сравнить все модели между собой. В этом отношении работа, конечно, очевидно, внесла существенный вклад в развитие российской политической науки, и те вопросы, которые там решаются, они эту науку обогатили, а те вопросы, которые там встречаются в постановочном плане, безусловно, станут основой для развития этого направления исследований в рамках научных школ и для новой серии кандидатской диссертации, для которых в этой работе указаны определенные ориентиры. Что касается самой работы, то она представляет собой целостное, завершенное научное исследование, полностью состоявшееся, зрелое, содержащее выводы и заключения, аргументированные, полностью обоснованные и отличающиеся научной новизной. В этом отношении можно ответить, что работа очень удачно структурирована. Значит, структура работы действительно соответствует целям, задачам, поставленным в исследовании, полностью им отвечает, а цели и задачи, сформулированные автором, полностью в этой работе решены. Вместе с тем, ну, как в любой интересной актуальной работе, стоит отметить и то, что работа, конечно, не лишена определенных недостатков, недочетов, вот, а может быть и недочетов, и не недостатков, а некоторых особенностей, на которые я обратил свое внимание, и которые могут послужить для автора определенным заделом для будущих исследований. Хотелось бы отметить следующее. Очевидно, что в ходе любого международного интеграционного процесса проявляется как центростремительные, так и центробежные тенденции. Формирование и деятельность СНГ не является при этом исключением. Уделяя основное внимание объединяющим участников интеграции задачам, диссертант, с моей точки зрения, недостаточно все-таки тщательно исследует аспекты, затрудняющие и тормозящие объединительный процесс. Во-вторых, в диссертации нередко приведены сопоставления интеграционных процессов СНГ и Европейского Союза. Оба объединения сложились в современном их виде в начале 90-х годов. В обоих к этому времени существовал довольно длительный исторический опыт сотрудничества. Представляется важным выявить причины неравнозначных итогов интеграционных усилий каждого из этих объединений, поскольку это позволило бы четче сформулировать задачи, нерешенные до сих пор в рамках интеграции Содружества независимых государств. И в-третьих, как представляется, автору стоило бы более все-таки развернуто осветить и оценить вклад лидеров государств в развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Вместе с тем хотелось бы отметить, что отмечены замечания и пожелания отнюдь не умаляют достоинства диссертационной работы, представленной нам сегодня на защиту, а только подчеркивают ее актуальность и тот интерес, который она вызывает при прочтении и экспертной оценке. В заключение хотелось бы отметить, что диссертационная работа Степаненко Антона Владимировича, представленная на защиту, полностью соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Миноборнауки Российской Федерации. Это работа целостная, завершенная, законченная. Ее основные результаты обладают навесной и изложены в публикациях автора. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Эта работа полностью соответствует всем требованиям Высшей аттестационной комиссии. Ее автор Степаненко Антон Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 23-2004 «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития». Спасибо. Спасибо, Андрей Викторович. Антон Владимирович. Благодарю уважаемого официального оппонента, профессора, доктора политических наук, старшего научного сотрудника Андрея Викторовича Манойла за положительную оценку моей работы. По первому замечанию хотел бы пояснить следующее. Андрей Викторович справедливо заметил наличие как центростремительных,
так и центробежных тенденций деятельности СНГ. Тема моей диссертации предусматривает выявление позитивного опыта сотрудничества, который объединяет членов Содружества во имя достижения общих целей. Вся история СНГ изобилует смены спадов и подъемов в взаимоотношениях участников. При проведении исследования я был вынужден постоянно ссылаться на факторы, препятствовавшие интеграционным процессам, но выделять анализ этих негативных тенденций в отдельной части работы я счел нецелесообразным. Гораздо важнее для меня, и это сформулировано в цели исследования, выявить позитивные тенденции, понять, какие сферы взаимоотношений государств способны укрепить взаимопонимание. Считаю, что изучение центробежных тенденций интеграции является бесспорно важной задачей, но решать ее лучше в рамках специального исследования. Я планирую в дальнейшем уделить этому особое внимание. По поводу второго замечания хотел бы сказать следующее. Андрей Викторович справедливо отметил, что хронологические интеграционные усилия участников СНГ совпадают с интеграцией стран Евросоюза. Даже дата образования ЕС и СНГ очень близки. Вместе с тем, я полагаю, что различие итогов интеграции обусловлено гораздо более длительным опытом сотрудничества европейских государств. Интеграция в рамках СНГ не могла быть столь же успешной уже просто потому, что совпадала с процессом разрушения многолетних хозяйственных связей на евразийском пространстве, а также сопровождалась сложным и неоднозначным процессом становления национальной государственности бывших союзных республик. На мой взгляд, острота возникавших при этом проблем, как и отсутствие готовых рецептов их преодоления, не позволили Содружеству достичь единства и действовать столь же согласованно, как это было внутри ЕС. По третьему замечанию уважаемого оппонента могу изложить свою позицию следующим образом. В процессе евразийской интеграции изначально проявили активность лидеры стран-локомотивов, то есть наиболее экономически успешных, политически стабильных постсоветских государств. Конечно, было бы очень интересно исследовать эволюцию оценок интеграции лидерами всех стран СНГ, тем более, что некоторые из них прошли путь от настороженного отношения к совместной деятельности к признанию важности и полезности сотрудничества для своих народов. Однако объем диссертационной работы не позволил мне этого сделать и остановиться на этой проблеме подробно. Я сделал акцент на вкладе в общее дело интеграции лидеров России, Белоруссии и Казахстана. Проведенный анализ показал, что именно эти государства и их политические элиты проявили наибольшую заинтересованность в поиске новых механизмов интеграции. Они оставили свои озабоченности по поводу взаимной выгоды и необходимости помощи менее экономически успешным членам Содружества. Я старался показать в своей работе, что лидеры именно этих трех государств стали инициаторами создания Таможенного союза, Евразэс и других институтов, укрепляющих интеграционное сотрудничество. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить доктора политических наук, профессора Андрея Викторовича Манойла за благожелательную оценку моего исследования и те ценные советы, которые я получил от него в процессе общения. Спасибо. Вы пока присядьте, да? Значит, у нас второй оппонент Плутенко, Юрий Витальевич, отсутствует, и мы в соответствии с правилами ВАКа можем зачитать его отзыв. В отзыве отмечается: выбранная автором тема научной работы отличается своей крайней востребованностью и актуальностью. Актуальность темы исследования вызвана необходимостью дать своевременную экспертную оценку и подвести научный фундамент под стремительно развивающиеся интеграционные процессы последнего времени на постсоветском пространстве. Чтобы достичь всех целей, поставленных руководством нашей страны по дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве на современном этапе исторического развития, научному сообществу России необходимо глубоко проанализировать и выработать свои научные рекомендации по преодолению нынешних негативных тенденций политического процесса, дать свой прогноз на краткосрочную, среднесрочную и дальнесрочную перспективу. Именно эту актуальную задачу ставит перед собой автор, предлагая нашему вниманию для обсуждения и дискуссии свой фундаментальный научный труд.
Научная новизна работы обусловлена задачей, которую ставит перед собой автор. Это выявление всех факторов и аспектов интеграционного процесса постсоветского пространства, которые могли бы стать мощными скрепами в двусторонних или многосторонних отношениях и были бы максимально интересными, общими и важными для всех стран этого взаимовыгодного процесса. В ходе своей работы над диссертацией автор провел глубокое и полноценное исследование многочисленных монографий, научных статей российских и зарубежных политологов и экспертов, опубликованных по данной теме за последнее время. Научные выводы диссертанта логичны, хорошо аргументированы и подкреплены многочисленными источниками и обширной научной литературой. Безусловно, представляет большую научную ценность многолетний опыт и практическая работа автора в ключевых департаментах Центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской Федерации, что нашло свое отражение в данной работе. Особую научную ценность представляет собой выводы автора по выявлению совпадений или несовпадений политико-экономических интересов участников интеграционного процесса с учетом национальных интересов и задач внешней политики каждой страны СНГ. Полученные соискателем результаты имеют большое научное и практическое значение и востребованы для изучения и применения в деятельности органов государственной власти, научных и учебных учреждений, при проведении научных конференций, международных форумов. Основные научные выводы диссертанта. Первое. Показано, что Содружество независимых государств формировалось как международная региональная организация интеграционного типа, основанная на принципах и нормах международного права, и одной из ключевых задач интеграционного взаимодействия стран СНГ является совместное использование и развитие конкурентных преимуществ государств-содружества в целях обеспечения устойчивого политического и социально-экономического развития. Второе. Доказано, что постсоветские страны в СНГ, благодаря в первую очередь России, смогли на протяжении многих лет пользоваться преимуществами фактически общего рынка почти без каких-либо значимых обязательств политического и экономического характера, где значимым фактором в обеспечении межгосударственного взаимодействия выступили интеграционное образование как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Третье. Подтверждено, что ведущая роль интеграционного ядра определяется потенциалом России, а также объединенным потенциалом России, Белоруссии и Казахстана. Четвертое. Показано, что политическую, экономическую и правовую базу развития интеграции стран-содружества в целях устойчивого и динамического развития составляют такие факторы, как политическая, но не со всеми странами СНГ, социально-экономическая и культурно-гуманитарная близость народов государств постсоветского пространства и распространенность русского языка как объединяющего начало всех стран СНГ. Пятое. Показано, что потенциал интеграционного взаимодействия стран СНГ в современных условиях определяется формированием Евразийского экономического союза на основе уже функционирующего таможенного союза Евразэс и единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана. Шестое. Обосновано, что интеграционный потенциал стран СНГ формирования ЕАЭС основан на таких элементах, как природоресурсная обеспеченность, научно-образовательный и гуманитарный потенциал всех участников. Позитивно оценивая диссертацию, вместе с тем хотелось бы обратить внимание автора на следующее. Было бы целесообразно более широко проанализировать научные работы и публикации по данной теме диссертации, вышедшие в тех странах, которые участвуют вместе с Россией в интеграционных процессах на постсоветском пространстве – Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и других странах СНГ. Принимая во внимание всю сегодняшнюю трагическую ситуацию на Украине и агрессивный курс ее нынешнего правящего режима на конфронтацию и сворачивание отношений с Россией, хотелось бы, тем не менее, узнать мнение автора и его долгосрочный прогноз на перспективы восстановления и улучшения российско-украинских отношений и начала интеграции с Украиной. Представляется дискуссионная авторская трактовка и классификация рубежа 91-99 годов как цивилизованного развода стран, образованных из Республик СССР. В частности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что юрисдикцию Украины над Крымом и Севастополем в 1991 году нельзя иначе назвать, как откровенным грабежом России. Кроме того, вспыхнувшие конфликты с десятками тысяч человеческих жертв на постсоветском пространстве, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и других регионах в 90-е годы стали провалом национальной политики, итогом волюнтаристской, авантюристической политики как последнего советского руководства, так и возникших новых местных правящих властей и даже националистических режимов бывших советских республик. Автор дважды пишет, что к 30-м годам 21 века Российская Федерация также планирует располагать альтернативными каналами экспорта своих ресурсов на Запад, имея в виду Северный поток и Южный поток и на Восток. Хотелось бы отметить, что Северный поток уже успешно запущен, и по нему с 2011 года поставляется газ в Германию. Что касается Южного потока, то президент России во время своего визита в Турцию в декабре 2014 года официально
официально закрыл этот проект из-за неконструктивной позиции ЕС, и вместо него будет реализован новый газопровод в Турцию. Впрочем, вышепереведенные замечания носят рекомендательный характер для их последующего учета при использовании диссертации в дальнейшей научной и практической работе. Авторефераты опубликованной научной статьи полностью отражают содержание диссертации. Диссертация свидетельствует о высокой профессиональной подготовке автора в своем научном исследовании. Автор полностью раскрыл предложенную тему. Диссертация «Политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве» отвечает требованиям пункта 9 положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор Антон Владимирович Степаненко заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 230004 «Политические проблемы международных отношений глобального и регионального развития». Отзыв подготовлен кандидатом политических наук, заместителем начальника отдела внешних связей и исследований ООО МИЦУ-НКО Москва Юрием Витальевичем Паутенко. Спасибо. Так, Антон Владимирович, ответьте, да? Замечание. Хотелось бы поблагодарить уважаемого оппонента, кандидата политических наук Юрия Витальевича Плутенко за положительную оценку моей работы. По существу высказанных в его отзыве замечаний я могу сказать следующее. По первому замечанию, высказанному Юрием Витальевичем относительно его рекомендаций, желательности проанализировать литературу политологов из Казахстана, Белоруссии, Армении и других стран СНГ, посвященную интеграционным процессам на постсоветском пространстве, хотел бы выразить свой интерес к таким публикациям. В дальнейшем я планирую опубликовать статью, посвященную анализу научных подходов, сложившихся в отдельных странах СНГ, по вопросам перспектив развития Содружества. В своей работе я стремился учесть собранные мной данные, но объем диссертации не позволил мне провести их подробный анализ. В связи со вторым замечанием хотел бы сказать, что ситуация на Украине действительно вызывает очень большие опасения и разрушает многие прежние достижения в отношениях между Украиной и другими странами-участниками СНГ, не только с Россией. И события в соседнем государстве показали, что разрушение экономических связей под влиянием политической конъюнктуры оборачиваются убытками для всех партнеров, но прежде всего для самого инициатора разрыва. Вопрос, поставленный уважаемым оппонентом по поводу перспектив восстановления интеграционного сотрудничества с Украиной, волнует экспертов во многих странах СНГ. На мой взгляд, ситуация с Украиной – наиболее яркий пример проявления политических факторов в международном сотрудничестве. Мне хотелось бы надеяться, что реинтеграция с Украиной рано или поздно произойдет. Однако обнадеживающих фактов в пользу того, что это произойдет в скором времени, в ближайшем будущем, на сегодня нет. По поводу третьего замечания об определении интеграции как цивилизованного развода бывших советских республик, хотел бы отметить следующее. Приведенные уважаемым оппонентом слова президента России по поводу Крыма и Севастополя, на мой взгляд, отнюдь не противоречат данному определению. Несправедливость установления государственных границ и наличие территориальных разногласий не сопровождалась в 1991 году прямыми вооруженными конфликтами. Образование независимых государств при всех издержках дезинтеграции происходило более или менее цивилизованно. Удалось избежать крупномасштабных вооруженных столкновений по балканскому сценарию. В связи с замечанием об альтернативных каналах российского экспорта углеводородов, вынужден признать правоту уважаемого оппонента и объяснить это досадной неточностью. Работа была написана на протяжении нескольких лет, события каждый раз вынуждали вносить правки, которые не всегда удавалось тщательно отследить. В заключение хочу еще раз поблагодарить уважаемого официального оппонента Юрия Витальевича Плутенко за высказанные замечания, заинтересованное отношение к моей работе, за ее высокую оценку и положительный отзыв. Спасибо. Спасибо. Вы присядьте, да, пока? Вот, Александр Григорьевич, вы как научный руководитель что-нибудь нам скажете? Ну ладно, да, как научный руководитель я хотел бы отметить, что, и это неоднократно отмечалось Антоном Владимировичем, что тема сложная,
Тема сложная, прежде всего политическая. Несмотря на то, что в каждом документе внешнеполитическом и документах, которые касаются безопасности России, говорится о приоритете постсоветского пространства, реальная практика доказывала, что не все так идет гладко и никуда не денешься. В то же время не стоит действительно делать акценты на каких-то недостатках, просчетах. Это для постсоветского пространства, для России. Это такой первый опыт заниматься интеграцией. И поэтому правильно сказал Антон Владимирович, что на ходу приходилось что-то изменять, потому что это бросалось в глаза. Но это, в принципе, такие детали, в частности, исследовался интеграционный процесс или интеграционные процессы. Причем, если внимательно почитать текст диссертации и оппонентам, и ведущей организации, возможно, сейчас будет дискуссия какая-то, то здесь диалектика в этих процессах. Интеграционные процессы, как направленные внутрь Евразии или постсоветского пространства, так и попытки интеграции ряда государств в другие структуры. Мы, собственно, сейчас и наблюдаем, как некий итог. Но справился соискатель. Более того, вслед за профессором Лузянином даже предложил несколько сценариев развития интеграционных процессов СНГ. И это хорошо. Это не просто констатация, что у нас все идет гладко, и все состоялось, и нам все известно. Нет, неизвестно пока. События на Украине, а может быть еще и где-то, как со знаком плюс, ну, так и со знаком минус. Вот что импонирует мне как научному руководителю, попытка заглянуть в будущее. Это, к сожалению, не всегда можно увидеть в наших диссертациях. Речь идет только о констатации. Вот этот поиск, который осуществлял соискатель, мне импонирует. И он проявил такое усердие и, можно сказать, усидчивость. Хотя по его работе, я имею в виду по практической работе, это делать приходилось с большим трудом. Спасибо. Спасибо, Александр Григорьевич. Трудно возразить. Не знаю, будет еще дискуссия или заканчиваем дискуссию? Будет, да? Пожалуйста. А? Спасибо, Евгений Петрович. Я бы тоже хотела присоединиться к выступить в этой самой научной дискуссии, поскольку, конечно, приходилось с Антоном Владимировичем работать близко, и он человек действительно очень заинтересованный в данной ситуации. Я бы хотела поддержать научного руководителя, сказать о том, что очень сложная была ситуация с работой. Антон у нас, будучи аспирантом, являлся кадровым сотрудником Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот он не упомянул, что ему приходилось работать поначалу еще и в Департаменте экономического сотрудничества, и там было достаточно большое количество материалов, мог почерпнуть таких вот текущих, не закрытых, которые позволяли ему вот, делать определенные выводы. И, конечно, я считаю, что в данном случае тематика, которая поднимается, то есть политические аспекты экономического сотрудничества, политические аспекты интеграции, на сегодняшний день это такая серая инкогнита, которую, конечно, надо разрабатывать, которую нужно применять такой инструментарий современной политической науки, потому что
мы уже убедились неоднократно на протяжении последних, там, особенно 2 лет, что политическая целесообразность очень часто является доминирующей, преобладающей при принятии тех или иных решений. И я считаю, что надо поддержать нашего диссертанта и призываю членов нашего диссертационного совета проголосовать в его поддержку за то, чтобы присудить ему искомую ученую степень кандидата политических наук. Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Есть еще желающие? Нет, желающих выступить нет, поэтому мы вам предоставляем право произнести заключительное слово. Пожалуйста. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены совета, уважаемые оппоненты и участники сегодняшней дискуссии, я хотел бы выразить глубокую признательность Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации в лице ее ректора Евгения Петровича Бажанова и первого проректора Татьяны Алексеевны Заговорцевой за предоставленную возможность защитить в ее стенах мою диссертацию. Благодарю также всех участников защиты за благожелательное, заинтересованное отношение к моей диссертации, полезные рекомендации на будущее и высокую оценку моего труда. Отдельно хотел бы выразить признательность моему научному руководителю, доктору политических наук, профессору Александру Григорьевичу Задохину, ценные и очень компетентные советы которого помогли мне в выборе темы и самообщение с которым очень много дало мне как начинающему ученому. Благодарю также сотрудников Центра исследований стран постсоветского пространства Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые также проявили доброжелательность, большую заинтересованность в моей теме и оказали поддержку. Выражаю признательность моим уважаемым оппонентам Андрею Викторовичу Манойлу, Юрию Витальевичу Плутенко и сотрудникам ведущей организации Российский университет дружбы народов, которые положительно оценили мою диссертацию. В своей будущей работе я постараюсь использовать опыт, полученный в стенах Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас мы должны провести голосование. Для этого избрать комиссию. Ирина Витальевна имеет предложение на этот счет. Хотела бы предложить следующих членов в состав комиссии. Мозырь Татьяна Николаевна, Иванов Олег Петрович и Бенецкий Алексей Эдуардович. Есть какие-то возражения? А? Вы против кого? Алексей Эдуардович. А я вижу. Кто за то, чтобы проголосовать за этот состав? Прошу проголосовать. Все за. Тогда комиссию прошу приступить к работе.
Все, да. Татьяна Николаевна доложит нам результаты голосования. Спасибо, Евгений Петрович. Уважаемый председатель, уважаемые члены ученого совета, диссертационного совета, уважаемые дамы и господа, позвольте огласить протокол номер один заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом Дипломатической академии от 23 апреля 2015 года. Состав избранной комиссии вам известен: Иванов, Бенецкий и Мозель. И содержание нашего протокола следующее. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 25 человек. Присутствовало на сегодняшнем заседании 19 членов совета. Розданы бюллетени 19. Осталось нерозданных — нет. Оказалось в урне бюллетеней 19. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата политических наук Степаненко Антону Владимировичу. За 19, против — нет, недействительных бюллетеней — нет. Подписи всех членов комиссии. Спасибо. За то, чтобы утвердить этот протокол, прошу проголосовать. Все за, единогласно. Поэтому Антон Владимирович у нас в зале. Поздравляем вас. А нам еще надо заключение принять. Есть какие-то? Есть другие предложения? То есть никаких замечаний нет вообще, да? Евгений Петрович, можно замечание одно? Вы знаете, да. На странице, сейчас я скажу, вторую. Там, где у нас речь идет о ведущей организации, здесь идет перечисление подписавших, там не совсем ясно, кто есть кто. Там идут перечисления доктор философских, декан. Почетче, наверное, надо вот здесь фамилии и звания все эти прописать. Александр Григорьевич, вы не возражаете, как научный руководитель? То есть будете уточнять, да? Поэтому мы тут за основу можем принять заключение. Все за, да? За основу, а Александр Григорьевич уточнит там некие формулировки. Ну все, тогда спасибо всем за работу. Мы без перерыва, вернее, мы заканчиваем это заседание. Сейчас начинаем следующее заседание.